Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на заключительном концерте второго международного фестиваля фортепианных дуэтов «Спектрум Дуо Фест». В этом году отмечается столетний юбилей Исаака Йосифовича Шварца, легендарного кинокомпозитора, оставившего нам в наследие замечательную музыку, красотой которой мы будем наслаждаться сегодня, слушая наших артистов. Слово для приветствия предоставляется художественному руководителю фестиваля Надежде Медведевой. Дорогие друзья, для нас сегодня большая честь выступать в этом зале и большая радость видеть вас и ваши одухотворенные лица. Наш фестиваль завершает сегодня свой 10-дневный марафон. Он был очень большой, насыщенный различными композиторскими юбилейными датами. Начало положил юбилей Сергея Васильевича Рахманинова, 150-летия со дня его рождения. Также мы чествовали композиторов Эдварда Грига, Иоганнеса Брамса, многих других, тех, кто в нынешнем сезоне отмечает юбилей. В эти дни здесь действительно широко отмечается столетие Исаака Иосифовича Шварца. Когда-то давно, я тогда была еще маленькой девочкой, я звонила Исааку Иосифовичу и интересовалась его произведениями для фортепианного дуэта. На что он мне сказал: «Я, к сожалению, этот жанр обошел стороной, для фортепианных дуэтов я музыки не пишу, у меня другие приоритеты». Вот. И какое же счастье, что его друзья Дина Сморгонская, Сергей Гринберг, а также молодой композитор Матвей Соболев, который сегодня присутствует в зале, сделали для нас переложение его знаменитой музыки, которую мы теперь имеем счастье здесь исполнять. Я бы хотела зачитать приветствие фестивалю от друга Исаака Иосифовича, композитора, народного артиста России Геннадия Игоревича Гладкова. Дорогие друзья, среди многих известных петербургских композиторов ярко выделяется звезда Исаака Шварца. Я часто пересматриваю любимые фильмы именно для того, чтобы еще раз послушать музыку. Она волнует и тревожит душу. Самый памятный момент для меня связан с премьерой фильма о декабристах «Звезда пленительного счастья» режиссера Владимира Мотыля. Музыка поразила меня, настолько глубоко она раскрыла художественный образ в кульминационных моментах. Возникло ощущение, что я окунулся в то самое время, о котором был снят фильм. Блестящая работа и музыкальные высказывания выше всяких похвал. У нас была удивительная дружба на расстоянии. Несмотря на 700 километров, которые нас разделяли, мы чувствовали друг друга. Благодарю судьбу за то, что она меня свела с этим великим и очень скромным человеком, и буду помнить до конца своих дней его искренность в музыке и в жизни. Геннадий Гладков. И сейчас я передаю слово нашей ведущей Вере. А начинает нашу программу увертюра из кинофильма «Карусель». Исполняют Александр Дьячков-Лесковский и Яна Бровкина. Thank you.
Сейчас мы с вами услышим «Прощание с детством» из кинофильма «100 дней после детства». Исполняют Анастасия и Марина Климова. Thank you.
от истории написания произведений и обратим взор на дом, который нас так радушно принял в свои объятия. Здесь, в Сиверской, Исаак Иосифович прожил 45 лет, за что получил прозвище «Сиверский отшельник». Стены этого дома запомнили таких выдающихся гостей, друзей, как Владимир Высоцкий, Елена Камбурова, Олег Басиашвили и многих-многих других, лица которых можно увидеть на, так сказать, стене иконостаси, как ее называл сам Исаак Иосифович. Среди этих лиц есть самый близкий друг Булат Акуджава, в творчестве с которым было написано более 30 песен, живущих в сердцах людей и по сей день. Сейчас я приглашаю на сцену артистов, приехавших на фестиваль из Китая. В исполнении Джань Синьюэ и Цяо Кунь прозвучит музыкальная тема «Раздумье» из кинофильма «Золотая мина». Thank you.
Егор Булычев. Исполняют фортепианный дуэт Лилия Александрова и Лариса Князева. Небольшое отступление и обратиться к самому важному, любимому человеку Исаака Иосифовича Шварца. Это к Антонине Владимировне хочется сейчас обратиться. Хотим выразить вам огромную благодарность за сотрудничество в организации сегодняшнего фестиваля, за создание музея, за публикацию замечательной книги «Ваше благородие, Исаак Шварц». Именно его цитатами пронизано наше сегодняшнее мое выступление. Позвольте вам передать такой небольшой привет от всех тех, кого вы с гостеприимным радушием привечали в этом доме. Еще он не шит твой наряд подвенечный, и хор нашу честь не споет, а время торопит возница беспечный. И просятся кони в полет. Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, в бенчик не смолк под дугой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. Святая наука! Расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Две страницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смолк под дугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза. То берег, то море, то солнце, то вьюга, то ласточки, то вранье, две вечных дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце твое.
сейчас мы услышим «Зимние сны» в исполнении «Спектрум Дуо» и «Серафимы Верхолад».
следующее произведение хочется представить строчками поэта Александра Кочеткова. «С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». Сюита в трех частях из кинофильма «Мелодия белой ночи». Thank you.
Олег Коршунов и Надежда Медведева. К работе над кинофильмом «Дикая собака Динго» я пришел уже с некоторым опытом, рассказывает Исаак Иосифович. А кроме того, произошло совпадение лирического настроя картины с моими художественными пристрастиями. Ведь я по натуре лирик, а там первая любовь, море чувств. Это был мой первый творческий успех в кино. После этой картины меня избрали членом худсовета «Ленфильм». На худсоветах часто возникали споры, и когда я рьяно отстаивал свою точку зрения, наш замечательный режиссер Григорий Михайлович Козинцев шутил: «Не спорьте с Исааком Иосифовичем, он ведь в кино съел не просто собаку, а дикую». Хочется отметить, что за музыку в кинофильму «Дикая собака Динго» на кинофестивале детских фильмов в Венеции Исаак Иосифович получил главный приз – Льва Святого Марка. Представляю вашему вниманию вальс из кинофильма «Дикая собака Динго». Исполняют Лилия Александрова и Лариса Князева. Thank you.
А сейчас я приглашаю на эту сцену специального нашего гостя, народного артиста России Дмитрия Харатьяна. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Это аплодисменты, конечно, Исааку Шварцу. Для меня большая честь сегодня выступать здесь, в этом замечательном месте, пропитанном творчеством, музыкой, культурой этого выдающегося композитора, автора замечательной музыки и чудесных песен, которые мы все знаем. Они стали народными, а он стал классиком уже давно. И поскольку классика и народность — это понятия для меня совместимые, совместные, я бы хотел исполнить песню, которую все мы знаем. Это из фильма, который любят космонавты, не только. У космонавтов это такой ритуальный фильм, также «Талисман», как мы знаем. А для всех нас это просто любимое кино. Вот «Белое солнце пустыни», ну и песня Верещагина на стихи Булата Шалыча Куджавы. Ваше благородие. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, а вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. А в ласковые сети, постой и не мани, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ласковые сети, постой, не лови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? Конечно, авторов этого, даже не хочется говорить мероприятия, этого праздника все-таки, наверное, Надежду Лукьянову, которая, собственно, и пригласила, и как-то вот оказала мне доверие здесь перед вами выступить. Ну и, конечно, Антонину Владимировну, огромное вам спасибо, для меня это очень важно и очень дорого и ценно. Спасибо. Это уже такой, это уже история и моей тоже жизни, и моей биографии, и что именно вот в дни празднования столетия, ну, я с вами.
Это хорошо. Значит, еще одна песенка, которая... я прошу вас мне помочь. Все-таки дуэты. Или вы одна будете? А, ну мы дуэт. Вместе-то мы дуэт, правда. Ну как бы почти все сходится. А, да, если можно вас попросить тоже нам подыграть немножко. Вы знаете, ну то есть все вы знаете, конечно, что это была такая очень крепкая творческая человеческая дружба Влад Шалыча и, собственно говоря, Исаака Шварца. И я бы хотел исполнить песню Булат Шалыча. К сожалению, эта музыка не Шварца, но она хорошая. Вот. И очень хорошая тема, и очень хорошее стихотворение. Называется «Надежда». Вот, собственно, благодаря которой я здесь и оказался. Земные страсти вовлеченные, я знаю, что из тьмы на свет однажды выйдет ангел черный и крикнет, что надежды нет. Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, идущий следом ангел белый прошепчет, что надежда есть. Надежда белой рукой, сыграй мне что-нибудь такое, чтоб краска схлынула с лица, как будто кони от крыльца. Сыграй мне что-нибудь такое, чтоб ни печали, ни покоя, ни нот, ни клавишей, ни рук. О том, что я несчастен, врут. О том, что я несчастен, врут. Еще нам плакать и смеяться, но не смеяться, не смеяться. Еще не пройден тот подъем, еще друг друга мы найдем. Все эти улицы, как сестры, твоя игра, их ковры пестры, их, как лучков, полночный стул. Я жаден до всего вокруг, я жаден до всего вокруг. Ты так играешь, как будто медленно сгораешь. Но что-то есть в твоем огне, еще неведомое мне, еще неведомое. Спасибо большое. Вы знаете, я хочу уточнить просто, откуда эта песня. А это было стихотворение Булата Шалыча «Куджава» и мой второй фильм после розыгрыша. Мне было 17 лет, я только-только закончил 10 класс, выпускник был школы. И вот мне предложили сняться в фильме Анатолия Васильева «Тем временем где-то», по повести Анатолия Алексина «Тем временем где-то». И именно в этом фильме я познакомился с творчеством Булата Шалыча и спел там несколько песен, потому что герой, которого я играл, он должен был петь эти песни. Вот «Дежурный по апрелю», «Старый пиджак». Вот. И вот эта вот песня «Надежда» — это была финальная песня этого двухсерийного телевизионного фильма, который называется «Фотографии на стене». Может быть, когда-нибудь посмотрите этот фильм. По-моему, замечательная картина получилась. Это я не в угоду себе говорю, просто и время было хорошее, и фильм такой очень достойный. Ну и, конечно, музыка и поэзия великого Булата Шалыча Акуджавы. Ну а теперь, собственно говоря, песня, тоже вот эпизод моей жизни, я уже сегодня рассказывал Антонине Владимировне, что я вот однажды только видел
воочию нашего маэстро. Это было на закрытии фестиваля, или на открытии, я сейчас точно не помню, фестиваля «Виват кино России» здесь, в Питере. Я спел эту песенку, вот он сидел в первом ряду, и я к нему подошел, и он, в общем, сказал спасибо, мне понравилось. Он меня, в общем, благословил на эту песню, хотя когда-то в том самом знаменитом фильме Владимира Мотыля «Звезда принятого счастья» эту песню исполнил замечательный Володя Качан, у которого, кстати, вот совсем позавчера был день рождения, и он ушел из жизни, к сожалению, не так давно. Ну и в память о нем тоже я бы хотел исполнить сегодня эту песню, ну и, конечно, Исаак Шварц и Булат Шалчик-Уджава «Не обещайте деве юной». Ну или песенка «Кавалер Гарден». Ну теперь полноценный дуэт. И у нас дуэт, и всего квартет получился. Вот так разрослись к финалу. Песенка «Кавалер Гарден». Кавалергарды век недолг, и потому так сладок он. Трубит труба, откинут полк, и где-то слышен сабельный звон. Еще ракочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Надежной славы, покуда кровь не пролилась, и как не сладок мир под лунный, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любовь вечной на земле, и не обещайте деве юной любовь вечной на земле. И взор туманится слегка, и все как будто под рукой, и все как будто на века. Крест деревянный и чугунный назначен нам в грядущем. Рады, что вы с нами.
И мы хотели бы вам вручить благодарственное письмо на память от нашего фестиваля. Он еще очень молод, фестиваль фортепианных дуэтов «Спектрум Дуэфест». Пожалуйста, это вам. Большое вам спасибо за то, что вы преодолели такую большую дорогу. Вам спасибо, для меня вообще честь. Огромное спасибо. Антон Владимирович, спасибо большое. Сегодняшнего концерта. Не все распорядились, кто куда. Но я прошу всех собраться сюда. Да. Девушки. Спасибо организаторам этого замечательного фестиваля. Да, он молодой. Очень импонирует то, что фестиваль не боится приглашать молодых исполнителей. Не только маститых мастеров уже, признанных, но и молодых. Это очень большое преимущество этого фестиваля. Ну, что я могу пожелать? Доброго плавания этому фестивалю, исполнителям аплодисментов, концертов побольше, ну и, конечно, благодарной публике. Да. Замечательные, очаровательные девушки, которые взяли на себя смелость, я не знаю, организовать этот фестиваль. И я вам от всей души желаю процветания, чтобы у вас все получалось. Ну и непременно получится, впрочем, при вашем энтузиазме, напоре, все будет хорошо. Ну, вас я благодарю за то, что пришли, за внимание. И до новых встреч!